взял в аренду речку с камышом, пусть и несет ответственность в том числе и за противопожарную безопасность. Спасателям широкие полномочия, собственникам высокие штрафы. На Кубани предложили свой вариант решения горящей проблемы. Лишились своих кресел на время следствия. Расскажем, за что задержали сразу нескольких кубанских чиновников. По нашему законопроекту проявил интересы Совет Федерации Государственной Думы. Сплотить аграриев и вырастить новые фермы. На Кубани готовится поставить живой рекорд всего за несколько лет. Языки пламени, все в дыму, конечно, было. Багровая угроза сразу для 13 человек. Столетний дом лейб-хирурга Павлова оказался в огне. Во Второй мировой войне всегда были медальоны. И у наших солдат, и у немцев. Неизвестным вернут имена, а парк Тельмана снова станет местом для радости. Военные археологи раскопали сердце Крымска. СПА для вождя или все лучшее туристам. В Кудепсте укротили огненную воду, чтобы заставить ее работать на миллионы. Вы смотрите «Вечерние факты» на телеканале «Кубань-24». Здравствуйте, расскажу о самых важных событиях дня. Начну с целой серии громких задержаний в Краснодаре и Сочи. Как сообщает Генпрокуратура России, фигурантами уголовных дел стали 15 человек. Они подозреваются в нарушении прав дольщиков. Проведено около 100 обысков. Все это результат масштабной прокурорской проверки, в ходе которой выявлено более сотни фактов нарушений закона. Уже к марту 2018 года правоохранительными органами возбуждено 64 уголовных дела, из которых почти 80% совершено застройщиками и связано с мошенничеством. Остальные касались превышения должностных полномочий сотрудниками муниципалитетов. В апреле к этому числу добавилось еще 40 уголовных дел. В расследовании участвует около 500 сотрудников различных правоохранительных органов. Сегодня появилось видео задержания первого вице-мэра Сочи. Сотрудники краевого управления ФСБ установили, что он незаконно выдавал разрешение на строительство недвижимости. Следователи считают, что своими действиями первый зам главы города нанес ущерб в 400 миллионов рублей. На кадрах задержания видно, что оперативные службы провели обыск на работе и в месте проживания чиновника. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Сам он на данный момент находится под стражей. Так же, как и главный архитектор Краснодара, по данным Следственного комитета России, последний выдавал разрешение на строительство в границах археологических памятников федерального значения. Ущерб миллионы рублей, а самим памятникам нанесен невосполнимый вред. Проблема обманутых дольщиков и незаконного строительства – одни из самых острых на Кубани. Напомню, накануне их обсудили заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Чиновникам на местах губернатор не раз давал понять, что в борьбе за права жителей края неприкасаемых не будет. Ведь в каждой ситуации есть конкретные виновные, и ответственность в первую очередь лежит на власти. И только в прошлом году в суды Кубани было подано более 1000 исков о сносе капитальных строений. Из них 71 – это многоквартирные дома. Еще об одном громком задержании в Сочи. Сегодня в кабинет замглавы города Юрия Полмарчука нагрянули сотрудники Следственного комитета России и УФСБ. Они объявили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Полмарчук подозревается в превышении должностных полномочий, которые повлекли тяжкие последствия. Вице-мэр также является председателем совета директоров спецавтохозяйства по уборке города. Как полагают следователи, в результате действий чиновника это акционерное общество понесло убытки в 115 миллионов рублей. В настоящее время чиновник задержан при активном содействии УФСБ по Краснодарскому краю. Прошли обыски в его кабинете, а также дома, и проведены необходимые следственные действия. Сотрудников МЧС могут наделить новыми полномочиями. Например, чтобы в случаях нарушения противопожарных требований они смогли временно приостановить работу торгового центра или офисного здания. С такой инициативой Вениамин Кондратьев сегодня обратился к полпреду президента России в ЮФО. Владимир Устинов на селекторном совещании с главами южных регионов обсудил меры предотвращения пожаров. Нередко при возведении зданий используют легко возгораемые материалы. Чтобы сократить эти риски, губернатор Кубани предложил сотрудникам МЧС участвовать в согласовании проектов строений. Вот есть объект, допустим, тоже, к примеру, торгово-развлекательный комплекс, который сдается в эксплуатацию. Почему МЧС не могут пройти и на стадии ввода в эксплуатацию проверить на готовность
всех систем. Сегодня нужна правовая основа для того, чтобы у МЧС в первую очередь имелась правовая возможность конкретно влиять на ситуацию противопожарную до того, как пожар возник. Допустим, до 10 дней. Почему, допустим, МЧС не может приостановить действия, допустим, торгового центра, если выявила, а свыше уже 10 дней, пусть суд приостанавливает. Принимается, согласен. По мнению Вениамина Кондратьева, ответственность за противопожарную безопасность должны нести не только владельцы торговых зданий, но и собственники сельхозземель и лесных угодий. В случаях несоблюдения требований глава Краснодарского края предлагает для них повысить сумму штрафов. У нас на Кубани точно свободной земли и леса нет. У каждого леса, у каждого поля есть правообладатель. Раз он взял в аренду землю, взял в аренду лес, взял в аренду речку с камышом, пусть и несет ответственность в том числе и за противопожарную безопасность. Но почему-то у нас правообладатель выпадает полностью из системы ответственности. Почему? Потому что у нас штраф на должностное лицо 6000 рублей. Поэтому мы тоже готовим здесь внесение изменений, уже серьезная ответственность к правообладателю за то, что он допустил пожар. Правильно. Записывайте все. Вот это надо будет. Леонид Иванович, вы все это подготовьте, предложение, вы мне дайте, пожалуйста. Сегодня в каждом районе созданы межведомственные группы по пресечению разведения огня в лесах и полях. А буквально сегодня в крае завершаются командно-штабные учения тушения пожаров, которые организовали МЧС. Туапсинский район в дыму. Сегодня в поселок Новомихайловский массово стянули силы пожарных и спасателей. Подогнали автобусы для эвакуации жителей. В лесу разбушевался огонь. Пламя разгорелось на площади 43 гектаров. Такова легенда масштабных учений МЧС. Они в эти дни проходят по всей России. Несмотря на то, что сигнал тревоги тренировочный, огонь и напряжение настоящие. Павел Кузнецов с места событий. Дым в лесу возле поселка Новомихайловский сегодня был виден издалека. Огром среди не совсем ясного неба для местных жителей, но не для подразделений МЧС. Совет безопасности страны распорядился провести масштабные маневры во всех российских регионах. Кубань, как один из курортных и традиционно жарких субъектов, находится в зоне риска. А потому к месту учений были стянуты пожарные, спасатели, полицейские и лесники. Для разведки и оценки площади возникшего очага в небо подняли беспилотник. Дроны уже давно стали незаменимыми помощниками во время половодья и лесных пожаров. На его борту камера, с помощью которой можно до мельчайших подробностей разглядеть то, что происходит на земле. Если беспилотник на месте, он смотрит видео, уже оценивает обстановку, что и как, и принимает решающее направление, там, будь то спасение людей, тушение пожара, защита ближестоящих зданий, там, конструкций. С высоты птичьего полета выяснилось, что горит 43 гектара леса. К месту огненного ЧП срочно отправляются пожарные расчеты, спасатели и волонтеры. Кстати, последние зачастую очень на руку огнеборцам. У многих из них есть квадроциклы, с помощью которых воду можно довести в самые труднодоступные районы, куда цистернам не добраться. В данном этапе у нас задействовано более 30 единиц техники и 100 человек личного состава. Подготовлены автобусы для эвакуации населения, размещения, а также, по легенде, лесной пожар может перекинуться на населенный пункт. Все? Спасибо. Продолжаем. Чтобы не допустить распространения огня на жилые дома, службы работают на несколько фронтов. Пока одни поливают пылающие деревья из бронзбойтов, другие гасят лесную подстилку, что называется, вручную. Но если в противопожарной ранце вмещается пара десятков литров, то автоцистерны подъезжают на пожар с 3 тоннами воды. За 5 минут боевой расчет может установить машину на водоем, забрать воду и подвести к месту. И также продолжать дальше работы по тушению. Не обошлось и без условных пострадавших. Из огня спасатели достали 4 человек, у всех разные травмы. Это время для отработки первой помощи и тренировки медиков. По словам врачей, в горячем лесу самые частые травмы – термические ожоги и поражение дыхательных путей. Снимая болевой синдром, мы в первую очередь предотвращаем развитие болевого шока, что очень важно. Ну, вы все, наверное, дома бывает, готовите еще что-то. При ожоге пальца вы испытываете довольно-таки серьезную боль. А представьте, что это не палец, а половина вашего тела. Лесной пожар – завершающая часть больших 3-дневных всероссийских учений МЧС. По статистике, за первые 4 месяца этого года спасателям уже 11 раз приходилось тушить горящие зеленые массивы и в разы больше сухую траву. Проанализировать и оценить действия спасателей и пожарных во время учений руководителям еще только предстоит. Но сотрудники МЧС надеются как можно реже на практике применять полученные навыки. Ведь в большинстве лесных пожаров виноват человек.
И всего лишь знание простейших маленьких противопожарных правил может уберечь от большой беды. Павел Кузнецов, Денис Гилев, Кубань-24, Туапсинский район. В крае сегодня проходили не только российские учения МЧС. Спасатели сейчас тренируются в каждом городе и районе. Например, в станице Ленинградской отрабатывали действия при пожаре на элеваторе. По легенде, возгорание произошло после удара молнии в 35-метровое здание зернохранилища. На место незамедлительно прибыли спасатели, медики, полиция, энергетики и газовая служба. Огонь успел распространиться на верхнем этаже элеватора. Также были отработаны методы эвакуации и оказания первой медицинской помощи. Еще один пожар, но уже в Геленджике отрабатывали спасатели, казаки и конный спортивный клуб. По легенде, возгорание обнаружили именно любители верховой езды на лесной прогулке. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и не дали огню распространиться дальше. Как рассказали спасатели, животных часто привлекают к пожарной службе. Преимущество в том, что они могут везде пройти, то есть как бы туда, в такие места, где не пройдешь на машине. Ну и как бы они всегда первые обнаруживают в основном лесные пожары. Я считаю, что конные, они как бы более эффективны. Также в крае проверяли систему оповещения, проводили учебную эвакуацию и при паводках, и подтоплениях. Многодетной семье из Сочи, квартира которой выгорела во время пожара в доме лейб-хирурга Павлова, помогут восстановить жилье. Об этом сообщили в администрации Волковского сельского поселения. Пока трое детей и столько же взрослых остаются в отеле в Дагомысе, их проживание также оплатят власти. В известном деревянном здании, которому больше 100, жили 13 человек, четверо из них дети. Никто не пострадал. По словам очевидцев, пожар начался с крыши правого крыла строения. Там произошло короткое замыкание электропроводки. Пламя вспыхнуло в доме в поселке Учдире накануне вечером. Языки пламени, все в дыму, конечно, было. Пожарные молодцы, размотали, все слажено было. Размотали шланги, все вообще потушили, слава богу. Точную причину пожара сейчас выясняют специалисты. Огонь уничтожил одну из четырех квартир и несколько хозпостроек. Само здание уцелело. Жители, которых не коснулось ЧП, уже вернулись домой. Дом был построен в 1907 году. Позже его купил лейб-хирург Российской империи Евгений Павлов. Он внес большой вклад в пропаганду Сочи как лечебно-климатического курорта. Как объединить аграриев в кооперативы, восстановить заброшенные фермы и наладить производство и сбыт качественного мяса и молока. Эти и другие темы обсудили сегодня в ЗСК. На парламентские слушания проекта закона о развитии животноводства на Кубани собрались депутаты, представители краевых и муниципальных властей, ученые, владельцы крупных холдингов и небольших крестьянско-фермерских хозяйств. Документ уже приняли в первом чтении, на очереди второе, но прежде необходимо внести поправки. Что предлагают сами фермеры и чего ждать от нового закона – Екатерина Проханяк расскажет. За разработку именно регионального закона о развитии животноводства Краснодарский край взялся первым в России. Дело ответственное. Вокруг документа развернулось широкое обсуждение. Учитывают замечания и предложения всех заинтересованных сторон. Так, проект отправили на рассмотрение сразу в 12 муниципалитетов, в которых успешно работают животноводческие предприятия. Сегодня в краевом парламенте тоже состоялась оживленная дискуссия. Нужно очень внимательно подойти, чтобы закон о животноводстве объединял все составляющие, и экологию, и ветеринарное законодательство. Законопроект предусматривает всестороннее развитие животноводства. От выделения земли до мер государственной поддержки. Это субсидии на реконструкцию и модернизацию ферм, приобретение крупного рогатого скота, различные гранты для сельхозтоваропроизводителей, к примеру, финансовая помощь начинающим хозяйствам. Готовы содействовать и реализации кубанской продукции. Как подчеркнул зампредседателя ЗСК Александр Трубилин, если закон примут, Кубань может стать флагманом для всей страны. К нашему законопроекту проявил интересы Совет Федерации, Государственная Дума. Я думаю, что в свете реализации и принятия закона именно Краснодарского края, я надеюсь, что будет принято еще и решение на уровне Государственной Думы Совета Федерации. Потому что многие нормы федерального законодательства регулируют вопросы животноводства, где мы не могли, условно говоря, влезть в решение тех или иных моментов. Но, тем не менее, уже я знаю, что наш председатель Юрий Александрович Бурлачко, встречаясь с председателем комитета Государственной Думы, председателем комитета Совета Федерации по агропромышленной политике, эту тему обсуждали.
Но главное не просто утвердить документ. Важно, чтобы он реально работал. Положительный пример уже есть. Это закон о развитии чаеводства на Кубани. Вступил в силу он не так давно, в 2016-м, но результаты уже есть. Отрасль пошла в гору. Такого же эффекта ожидают и от закона о развитии животноводства. Если его примут, уже через 5 лет Кубань сможет выйти на абсолютно новый уровень, увеличить производство почти до 900 тысяч тонн мяса в год, а поголовье свиней до 3 миллионов. Особое внимание уделят и качеству молока. Никаких порошков, только натуральное сырье. К 2030-му показатель надоя должен достичь более 2 миллионов тонн в год. Фермеры региона с нетерпением ждут, когда закон заработает. Я думаю, что в этом законе практически учтены все те болячки, то есть те проблемы, которые у нас на сегодняшний день существуют. Существуют именно и по выделу земли, и по санитарным. Мы надеемся, что на помощь для развития именно реконструкции или же замена поголовья. Во втором чтении документ рассмотрят уже 24 апреля. Если закон примут, на его основе создадут концепцию развития животноводства в крае. В ней уже в цифрах подробно распишут все нормы и меры поддержки. Но и сейчас фермеры могут рассчитывать на помощь государства. Только в 2018-м на эти цели в регионе уже выделили 1 миллиард рублей. Если новый закон примут, эта сумма увеличится минимум в 2 раза. Екатерина Проханяк, Михаил Власенко, Кубань-24, Краснодар. Новый краевой закон поможет уже в ближайшем будущем значительно увеличить поголовье скота в регионе. Сейчас во всех хозяйствах Кубани содержится больше 500 000 голов крупного рогатого скота. В крае много и свиней, больше 400 тысяч. Развивается на Кубани овцеводство, на фермах содержится больше 200 тысяч парнокопытных. Не отстают и птицефабрики. За 3 года численность пернатых возросла до 27 миллионов голов. Не потеряло позиции молочное хозяйство. За 2017 кубанские буренки дали около 1,5 миллиона тонн полезного продукта. Увеличилось производство мяса птицы и крупного рогатого скота. Здесь побили рекорды 2016 года. Преуспели и птицеводы. На прилавки они отправили больше 1,5 миллиардов штук яиц. Сегодня Кубань держала удар стихии. С неба на регион обрушился град и ливень. Все это сопровождал сильный ветер. Сообщения о том, что на землю выпал ледяной горох, в течение дня приходили из Кореновского, Услабинского, Гулькевичского районов и Краснодара. Например, в станице Раздольная, это в Кореновском районе, градины сыпались около 15 минут, говорят местные жители. Некоторые льдинки были довольно крупными. В столице Кубани град был замечен в центре города, а также в поселках Колосистый и Северный. Сейчас специалисты оценивают ущерб. Главным образом проверяют посевы и сады. Краснодар сегодня пострадал не только от осадков. Сильный ветер валил деревья. Одно из них в фестивальном микрорайоне упало на припаркованную машину. Авто серьезно пострадало. Данных о травмах среди местных жителей не поступало. Дождливая и ветреная погода сохранится на Кубани и завтра. Дневные температуры понизятся. В среднем по краю они не будут превышать 15 тепла. Стремятся сделать мир лучше и всегда готовы прийти на помощь. Союзу казачьей молодежи исполнилось 1,5 года. Первые итоги его работы обсудили в Краснодаре казаки, представители власти, директора школ, техникумов и колледжей. Подробности в нашем сюжете. Инициативные, молодые и с душой нараспашку. Активные участники спортивных соревнований, слетов, фестивалей и мастер-классов. Сейчас в Союзе казачьей молодежи насчитывается 85 тысяч человек. Это ученики казачьих классов и школ, кадеты колледжей, техникумов и вузов. Казачество ничему плохому не учит. Абсолютно. А только полезное. Те детки, которые обучаются в казачьих классах, они немножко становятся другими. Они уважительно относятся к своим родителям, они почитают старших, они детки, которые готовы прийти на помощь человеку, попавшему в беду. Они не безразличны к чужому горю. Юные казаки живо интересуются событиями города и региона, а также всегда готовы протянуть руку помощи нуждающимся. Они организовали акцию «Во имя Кубани». Во всех районах края они посещают дома престарелых, школы-интернаты, учреждения для сирот. Навещают ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионеров. Помогали по хозяйству, красили заборы, приводили в порядок сады и огороды, ухаживали за памятниками и могилами погибших бойцов. Субботники стали доброй традицией. Регулярно наши воспитанники приходят, помогают, оказывают помощь, которые нуждаются пожилые люди, либо детки-сироты. Мы не так давно ездили с визитом в детский реабилитационный центр. Знаете, даже самые маленькие детки, они с большим интересом смотрели там наши макеты, оружие, шашки. Созданы военно-патриотические клубы и поисковые отряды. Казачата занимаются верховой ездой, постигают искусство рукопашного боя и учатся стрельбе из лука. На данный момент у нас готовится
конный и пеший переход тропами партизан. Это будет станица Гастагайская. В лесу двухдневный поход мы планируем с реконструкцией небольшой боя партизанского. Двери открыты Союза казачьей молодежи для всей молодежи. Мы надеемся, что с каждым, не знаю, месяцем наше количество участников будет увеличиваться. Мы будем проводить замечательные мероприятия, связанные с летним детским отдыхом. Проведем смену кубанского казачества форума «Регион-93». Приятным завершением встречи стало награждение самых активных участников Союза. Атаман кубанского казачьего войска вручил им грамоты. Вероника Стороженко, Кубань-24, Краснодар. Оценить строевую выправку юных казачат и их умение маршировать можно уже в эту субботу в Краснодаре. Они примут участие в параде кубанского казачьего войска. Он состоится в честь 27-й годовщины со дня принятия закона о реабилитации репрессированных народов. Из-за торжеств в краевой столице на 3 дня изменилось движение транспорта на нескольких участках улиц. Сегодня день репетиции, поэтому проезд ограничили в районе Театральной площади. Частично перекрыли Красную, Буденного и Красноармейскую. В субботу к этим улицам добавится еще подъезд к филармонии, войсковому собору Александра Невского. Там участники грандиозного шествия проведут молебен. Затем колонна двинется на Театральную площадь, где состоится парад казачьих расчетов. Проехать по центру Краснодара сложно будет и в воскресенье из-за легкоатлетического забега. Спортсмены преодолеют дистанцию в 5 километров. Ограничения коснутся улицы Красной, Буденного и Красноармейской. Здесь выставят дополнительные дорожные знаки. Чтобы не попасть в тупик, маршрут лучше спланировать заранее. Список улиц, где ограничат проезд, опубликован на сайте городской администрации. Эстафету памяти принял Каневской район. Передача «Лампады с горящей свечой» сегодня прошла на площади Победы. Краевая патриотическая акция стартовала в феврале этого года в Новороссийске на юбилейной Бескозырке. Сборные отряды постов номер 1 передают лампаду от одного района другому. Свеча уже побывала в 28 муниципалитетах. Памятную свечу принимают юнармейцы. Эстафета памяти посвящена 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Горящую свечу участники акции воспринимают как символ памяти о том, что пережили ради мира наши деды и прадеды. Мой прадед Козлов Петр Иванович со своими товарищами, они взяли около 15 генералов, и он был награжден самим Рокоссовским. Лично я не знал дедушку, но слышал много о нем. И он был вписан в имена вечных в книге. Каждая семья на Кубани в годы Великой Отечественной войны потеряла близких, родных, бабушек, дедушек. И наша сейчас задача, чтобы каждый молодой человек знал и помнил не только историю своей страны, но и историю своей семьи. Потому что воспитание гражданина и патриота Родины, России начинается в первую очередь с семьи. Несколько дней лампада будет храниться в местном храме, потом ее также торжественно передадут в Приморско-Ахтарск. Последним же эстафету примет Краснодар. Акция завершится 22 июня в День памяти и скорби. Жители Горячего Ключа завтра будут встречать исторический поезд «Победа». В 12:30 он прибудет на вокзал города-курорта. Музей на колесах путешествует по Кубани с 14 апреля. Все желающие могут увидеть вагоны изнутри. Они сохранились со времен Великой Отечественной. Состав в отличном состоянии. Его реконструировали в Краснодарском крае. На каждой станции артисты и творческие коллективы читают стихи и поют фронтовые песни. Сегодня поезд увидели жители Туапсе. До этого он побывал в Староминской, Тимашевске и Краснодаре. После «Горячего ключа» ретро-поезд отправится в Крымск, а завершит вояж в Кубани 22 апреля в Новороссийске. Военные археологи оккупировали самое сердце Крымска. В городе ведутся работы по эксгумации останков немецких солдат. До конца месяца исследователи намерены поднять на поверхность около 250 офицеров и рядовых, которые погибли в 1942 и 1943 годах. В это время Крымск был занят армией Гитлера, а всего в 7 километрах от города проходила голубая линия, система оборонительных сооружений, которые стали крепостью на пути освободителей Красной армии. Огромные потери в сражениях несли обе стороны. Александр Проскурина продолжит. Центральный городской парк появился всего спустя 6 лет после основания самой тогда еще станицы Крымской. И всегда он был центром жизни. И только в годы Великой Отечественной войны стал центром смерти. Именно здесь немецко-фашистские оккупанты разбили воинское кладбище.
Вот так в 1943 году выглядел парк имени Тельмана. Ровные ряды сотен могил немецких солдат и офицеров. А в центре – стела с крестом и эмблемами двух воинских подразделений, которые противостояли наступлению Красной армии. Горные стрелки, а это Эдельвейс. Кладбище было большим. Не просто там один ряд или два, здесь очень много. Согласно архивным данным, на территории всего парка было захоронено свыше 1200 солдат вермахта. Свое последнее пристанище здесь находили те, кто погибал в бою или от ран в госпитале. Он располагался напротив парка. Сейчас на этом месте стоит городская больница. Госпиталь всегда был переполнен. Настолько тяжелые бои велись в районе Крымском. 21 августа 1942 года после пятидневных боев остатки 103-й отдельной курсантской бригады, буквально несколько десятков человек, отступили на Волчьи ворота. И эти 5 дней боев позволили Красной армии занять оборону в Новороссийске. Сдав Крымск, дальше берегов Цемесской бухты захватчиков не пустили. А станица для оккупантов стала важным перевалочным пунктом. Именно в Крымске пересекались дороги с центральной части края и ведущей к морю, Керченскому проливу. Но и для советских войск это тоже была важная точка на карте. Именно поэтому весной 1943 года здесь развернулись крупнейшие в истории воздушные сражения. Прочертив на военной карте голубым карандашом линию от Новороссийска через Крымск до Азовских лиманов, позже Гитлер даже учредил особую награду для своих солдат, которые сражались на этом рубеже. Нарукавный щит с надписью «Кубань» и обозначенный в центре Крымской был положен тому, кто умудрялся просто остаться в живых в течение 60 дней. На этом плацдарме каждый день гибли тысячи бойцов с обеих сторон. И кладбище в Центральном парке расширялось с невероятной скоростью. Военные археологи впервые пришли в парк Тельмана в 2006 году. По межгосударственному соглашению, подписанному министрами иностранных дел России и Германии, страны помогают друг другу ухаживать за могилами солдат и возвращать имена неизвестным. Спустя 75 лет после освобождения Кубани их остаются десятки тысяч. Восстановить личность можно по вещам, которые находят рядом с останками, или смертному медальону. Обнаружить его – удача для исследователей. Во Второй мировой войне всегда были медальоны и у наших солдат, и у немцев, и у румынов, и у всех остальных. Вот этот медальон, половинка его. Вторая половинка была такой же, на ней абсолютно одинаковые тексты были и цифры, буквы. И когда солдат погибал, вторую половинку медальона отламывали и отправляли в архив, приложив информацию о том, что стало причиной смерти и где могила бойца. На основании этих данных и работают поисковики. В этом году в парке Тельмана эксгумируют останки последних похороненных здесь солдат вермахта. А после восстановят дорожки и клумбы. Деньги выделяет правительство Германии. Останки после идентификации придадут земле на немецком кладбище в Апшеронском районе. У каждого военного конфликта есть две стороны – победившая и проигравшая. Но есть и третья – на ней те, кто потерял родных и близких, отцов, матерей, дедов. И неважно, в каком государстве они живут, у боли нет национальности. Александр Проскурин, Сергей Целиков, Кубань-24, Крымск. Узнает все про футбольное первенство планеты. Сегодня на Кубани стартовали подготовительные курсы для волонтеров Мундиаля. За парты только в Краснодаре сели 120 человек. Это так называемые городские добровольцы. Они будут встречать гостей в столице региона и показывать путь до тренировочной базы. Напомню, во время чемпионата в Краевом центре будет базироваться сборная Испании. Услугами помощников смогут воспользоваться как спортсмены, так и болельщики. Поэтому основные требования к волонтерам – умение ориентироваться в городе и знание иностранного языка. На тренингах добровольцев знакомятся с истории Мундиали, рассказывают о командах и функциях, которые предстоит выполнять. Самую многочисленную армию добровольцев готовят, конечно же, в Сочи, больше 1500 человек. Помимо общих обязанностей, они будут еще рассаживать гостей на стадионе перед матчем и помогать проверять билеты. Обучение будет проходить в несколько этапов, а после каждый получит свой комплект формы и возможность стать частью события планетарного масштаба. В Сочи объявили имена лучших экспертов по недвижимости. Национальную премию в этой области у нас в стране вручают впервые. Награждение прошло в рамках Всероссийского жилищного конгресса. Программа очень насыщенная. 3 дня деловой активности, десятки мастер-классов и сотни спикеров. Одной из самых ожидаемых стало обсуждение темы малоэтажного строительства. По последним опросам, в России частным домом и землей хотят обзавестись почти 60% граждан. О своем опыте по развитию комплексной застройки рассказали специалисты строительной компании «Загород».
город. На счету команды несколько успешных проектов. Самый масштабный – коттеджный поселок в Карасунском округе Краснодара. В нем 270 домов, больше чем у половины из них уже появились хозяева. Упор делаем именно на качество, в том числе и качество строительства у нас тоже на высшем уровне. Да, это наше конкурентное преимущество в первую очередь. Помимо качественного объекта, непосредственно коттеджа, мы предоставляем 6 соток земли. Это для Краснодара не то, что конкурентное преимущество, да, это нонсенс. Плюс к этому всему это благоустройство прилегающей территории. Во время проведения жилищного конгресса компания заявила о старте продаж в коттеджном поселке, который расположен в Прикубанском округе Краснодара. Новоселами станут почти 140 семей. Гулять с трупами древних греков, греться под лучами солнца на пляже или заняться здоровьем на минеральных источниках. В Сочи с момента открытия первой бальнеологической здравницы провели уже больше 220 миллионов лечебных процедур. Каждый год на курорт едут туристы с Замоцестинской, Пластунской или Кудептинской водой. О круговороте целебной жидкости в природе расскажет Инна Чайка. Сотрудники месторождения в Кудепсте часто пользуются служебным положением и первыми в городе умываются целебной водой. Заряда бодрости хватает на весь день, работа спорится. Мы здесь работаем, поэтому мы такие здоровые, как видите сами. Лечимся, конечно, непосредственно этой водичкой. Бывает спина, сорвал случайно, где-то что-то. Водичку принял, ванночку принял, и все отлично, все помогает. Воду насосами закачивают в специальные емкости, а после грузовые машины отвозят ее в Мацесту, одну из главных бальнеологических здравниц Черноморского побережья. Здесь смешивают несколько источников с разной концентрацией сероводорода. И по минералопроводу доставляют в ванное здание лечебницы. В этих комнатах туристы становятся краснокожими. Такой эффект от применения воды. Появляется небольшое раздражение. Это значит, что лечебный процесс запущен. Главное ему не помешать. Режим неподвижно, воду не качаем. Основной состав мацеста – сероводород. При подогревании, при движении газ улетучивается. Мацеста в переводе с убыхского – огненная вода. Ею не раз обжигались путешественники. При минимальной дозировке она стимулирует работу внутренних органов, нормализует артериальное давление. А вот повышенная концентрация сероводорода смертельно опасна. Правда, случаи отравления были в начале прошлого века, когда свойства еще не до конца изучили. Но уже к 40-м годам 20 века район получил всесоюзную славу. Его облюбовала партийная элита. Есть сведения, что Сталин принимал здесь ванны, они ему очень помогали. И другие видные партийные деятели, такие как Будённый, Фабрициус, они тоже принимали мацестинские источники. История развития Сочи как курорта – это история изучения лечебного потенциала территории. Чаша огненной воды попала даже на герб города. А вот сами источники геральдисты обошли вниманием. У путешественников же и местных жителей месторождение целебной воды пользуется огромным спросом. Я в магазинах воду не покупаю с 78-го года. Когда только первую скважину открыли с пластунской водой, вот она там старая, вообще лазаревская партия бурила. Вот с того времени я принимаю только пластунскую воду. В Сочи расположены 4 источника в разных районах курорта. Воду добывают на глубине до 700 метров. Медики доказали, она способствует регенерации слизистой желудка и кишечника, нормализует обмен веществ. И это лечебное достояние доступно всем. В Сочи работают 12 питьевых бюветов. Доступно для каждого. Правда, стоит поспешить. Живая вода на воздухе быстро теряет свойства. Кубань богата источниками с целебными водами и грязями. Они есть не только в Сочи. За здоровьем туристы отправляются в Отрадненские, Мостовские, Лабинские районы. В окрестностях Анапы и Ейска тоже есть уникальные месторождения. Санатории и пансионаты региона предлагают гостям на выбор около 1500 готовых медицинских программ. Инна Чайка, Максим Емельянов, Сергей Щербин, Кристина Конограй, Дмитрий Говорков. Кубань 24. Сочи.